С мая сотрудники столичной госавтоинспекции усилили контроль за соблюдением правил дорожного движения мотоциклистами. Вызвано это в первую очередь увеличением числа правонарушений водителями мототранспорта. За сегодня вот было два водителя мотоцикла привлечено. Один за то, что был не застегнут мотошлем, второй за то, что не пройден допуск к участию в дорожном движении. И у человека это уже было неоднократно. В основном водители мотоциклов нарушают движение по полосе. Это то есть перестроение из полосы в полосу. Во-вторых, это техосмотр и превышение скорости движения. Также встречаются случаи, когда люди ездят, не имея права управления транспортным средством. Например, за эти два месяца мной лично без права было привлечено три водителя мотоцикла. 1 апреля 2023 года инспекторы выявили около 2000 нарушений ПДД. Из них 149 – превышение скорости, 34 – управление без прав. Основная часть водителей, управляющих мотоциклами, это законопослушные граждане. Водители, которые имеют водительское удостоверение на право управления, имеют допуск к участию в дорожном движении. В ходе профилактических бесед доводим о необходимости соблюдения правил дорожного движения, быть культурным, взаимовежливым, уважать других участников дорожного движения при передвижении по территории города Минска. Как показывает практика, наша работа не проходит бесследно, и данная категория водителей, участников, управляющих двухколесными транспортными средствами, стала более дисциплинированные, но все равно продолжают иметь место факты. Водители игнорируют правила дорожного движения, с которыми проходят дополнительные беседы, составляются административные материалы, фиксируются данные нарушения, в том числе с использованием видеозаписи, и дальше происходит разбирательство. Сотрудники ГАИ останавливают водителей двухколесного транспорта, проверяют наличие необходимых документов, проводят профилактические беседы. Полина Макеева, Луна Глинистая, агентство «Минск Новости».